Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о коляске от компании Roan. Не так давно я уже выпускал обзор на понравившуюся мне колясочку Roan Buzz Next, моделька называется. Очень хорошая альтернатива, например, тому же бренду Tutis или Anax. Достойный конкурент за абсолютно вменяемый прайс, друзья. И сегодня мы поговорим о их второй модельке Sol Lux. И немножечко еще скажу, друзья, я скоро буду делать обзор на классическую коляску от их бренда, где у нас полностью железное основание с железным багажником, с большими надувными колесами и, собственно, для старой школы. Кто вот ищет такие коляски, на самом деле их не так много, таких людей, но все-таки есть. И вот, пожалуйста, настоящий вездеход. Я думаю, следующим обзором будет та колясочка, поэтому подпишитесь на мой канал в YouTube, в Рутюбе, ВКонтакте и группа в Телеграме. У меня еще есть канал. Все ссылочки будут, друзья, в описании. Сейчас YouTube зажимают, поэтому на тех площадках вы спокойно все посмотрите. Ну а мы с вами, собственно, Sol Lux изучаем. В сером цвете она у нас сейчас представлена. Базовые технические данные вам сразу назову. Польский бренд, вдруг кто не знал. Производитель дает гарантию в 1 год, 12 месяцев. Вес с люлькой у нас 13,5 кг, с сиденьем 13,7 кг. Диапазон регулировки наклона спинки в прогулочном блоке, чуть позже увидим, очень крутой. 110-175, максимально хороший показатель. Вот, производитель позиционирует коляску где-то до 4-5 лет, потому что она выдерживает 22 килограмма. Ширина, кстати, колесной базы здесь 60 сантиметров. Вы, по сути, везде спокойно проедете, в любые лифты. И люльки очень неплохой размер, 73 на 33. Собственно, сейчас у нас зима, в преддверии зимы мы находимся, если вы это сейчас смотрите обзор. То есть в любом меховом, флисовом, на шкуре нацеленный, там какой угодно конверт спокойно будет сюда помещаться. Вот. Начнем с люльки изучения. Сверху вниз, как говорится, пойдем. Вот, собственно, у нас такая классическая полноценная люлька. Что касается материалов, друзья, могу лишь сказать свои ощущения. Во-первых, это гипоаллергенные материалы с пропиткой, они водоотталкивающие, поэтому с этим все хорошо. Это я для тех, кому это важно знать, сейчас быстренько говорю. Вот. И тактильно они очень приятные. И как показывает практика, этот материал даже после стирок не теряет свой товарный вид и вполне себе потом легко продается на вторичке, что тоже немаловажно. Козырек, как вы видите, у нас большой, есть ручка для транспортировки, такая маленькая щель, просовываем и берем. Дополнительный вот такой козырек есть. Дальше у нас есть возможность, собственно, вот так вот откинуть, чтобы можно было проветривать. Но это не все, друзья. У нас есть также возможность открыть вот здесь, и ребеночек там на животике лежит, спокойно. Открыли, пускай себе смотрит вперед и наслаждается видами. Летом это еще и у нас дополнительное проветривание. Очень-очень даже все хорошо. Фиксируется все очень плотно. Оттуда, друзья, не подувает, не фантазируйте. То встречаются такие люди интересные, кто так думает. Так, что касается у нас накидочки. Вот такая у нас накидка. Все на магнитиках. Сразу хочу сказать, 4 магнитика используются. Точнее говоря, 3. С одной стороны, 3 с другой. Вот. И у нас есть смотровое окошечко для ребенка. Сама вот эта накидочка у нас, видите, вот таким вот образом крепится. Просто натягивается и на магниты фиксируется. Самый простой способ. Замочки заедают, липучки портятся, кнопки ломаются, а вот такой способ не ломается никогда. Поэтому вполне себе имеет место быть, и он, самое главное, идет внахлёст и не поддувает ребенку ниоткуда. Так, давайте заглянем внутрь. Что у нас внутри? А у нас внутри вот такое вот царство. Очень классный мягкий матрасик, ровное жесткое дно. Также у нас в основании есть пару кармашков в люльке для какой-нибудь мелочевочки. Вы даже элементарно свой телефон можете туда засунуть и все. В общем, вот такая вот классическая, классная, как по мне, люлька. Снимем.
Дно у нас здесь, видите, полностью пластиковое. Спокойно можете его ставить. С ним ничего не произойдет. Видите, у нас сразу есть вентиляция. В общем, полноценная нормальная люлечка. И, кстати, не сказал, здесь вот интересная такая система. Вот, если вам нужно ее убрать, чтобы она вам не мешала, просто здесь вот оттягиваем, оттягиваем. Все, она у нас вот так сплющилась, козырек убираем и убираем под кроватку, чтобы она хранилась. Вот такая вот система очень удобна. Обычно это нужно где-то внутри распорки растягивать, здесь же нет. Классно придумали, ребята. Так, сейчас мы с вами перейдем к прогулочному блоку. На самом деле при выборе коляски, друзья, я обычно людям рекомендую выбирать от обратного. Сначала смотрите на прогулочный блок, потому что в нем вам годика полтора-два катать, а в люльке 6 месяцев. Поэтому важнее всего, чтобы был классный прогулочный блок и шасси. А люлька любая, по большому счету, подойдет. Вот, кстати, какая идет накидка на ножке. Большая, толстая, она прям толстая на ощупь. Ну, соответственно, она непродуваемая. А блок сам, друзья, он реверсивный. Он ставится и по ходу, и против хода. И у него, кстати, еще регулируется подножка по длине, под рост ребенка. Очень круто придумали. Видите, еще есть такой вот кармашек сзади. Так, ставим. Помните, я говорил в начале, очень хороший диапазон регулировки спинки. Вот у нас сидячая. Положение, как капитанская посадка, очень люблю вот такую посадку. И 175 градусов, практически полностью мы опускаем, так, выдвигаем, и у нас большое спальное, ровное спальное место. Давайте я открою козырек на максимум, чтобы вы могли посмотреть, насколько он закрывает ребеночка. Так, это все. Вот так вот, плюс накидка на ножки, закрываем. Фиксируем, и получается, вот мы готовы. Если ребенок спит, это выглядит так. Ну, накидочка на самом деле вот так до конца фиксируется. Если ребенок бодрствует, поднимаем. И все. Ребенок как в танке, хорошо закрыт. Я считаю, вполне себе для наших условий зимних, особенно питерских, очень хорошо подходит. Козырек, друзья, вот такой вот большой, здоровенный. Также у нас есть смотровое здесь окошко с вентиляцией. Все это с тканью закрывается. Вот, как по мне, прекрасный козырек. И регулируется он без кнопок, без ничего и полностью бесшумный механизм. Так, в комплектации написано, что идет в комплекте матрасик в прогулочный блок. Вот он, друзья. Я могу смело сказать, что этот матрасик один из самых приятных тактильно, который я только видел. Очень, они здесь даже наклейку налепили, что это все натуральное. Действительно, матрасик просто очень приятный на ощупь. Прям вот хочется его трогать, мягенький. Его бы я вообще не убирал ни при каких обстоятельствах. Так, пятиточный ремень, классика, все стандартно, мягкие накладочки есть и на паховой зоне, и на плечевой. Есть также перемычка, что бывает редко. Давайте посмотрим, бампер откидывается в сторонку. Да, убирается полностью для удобной посадки, красота. Закрываем обратно, подножечку опускаем. Кстати, на подножке полностью есть отверстие для слива воды, когда грязно, спокойно все там можно протирать, чистить. С этим все хорошо. Так, друзья, давайте я вам расскажу, что идет в комплекте. Здесь будет фирменный подстаканник. Причем, друзья, подстаканник это один из лучших подстаканников, которые я видел. Он, во-первых, сверху он очень хорошо фиксирует. Что вы сюда положите, бутылочку или стаканчик, очень хорошо, спокойно это все вставляется. У него очень хорошая регулировка по наклону. И самый-самый классный механизм крепления. Это то крепление, которое не портит вообще поверхность коляски, ручки, там, куда бы вы это ни прицепили. Вот такой подстаканник отдельно еще очень тяжело найти, купить. Они одни из самых дорогих. Дальше там идет пеленальник, дождевик идет, москитная сетка, вот этот матрасик. В общем, все, что вам понадобится, у вас будет идти в комплекте. Ну и, естественно, сама сумка. Давайте я вам покажу.
Вот такая вот сумочка, друзья. Она не как сейчас модно. Делают же еще сзади ремешки, чтобы как рюкзак одевать. Нет, здесь такого нет. Собственно, вот такая классическая сумка. Можно и без коляски ее гонять, тоже симпатичная. Давайте посмотрим с вами на раму. Начнем сверху вниз. Ручка, друзья, в эко-коже, все понятно, строчечка, все ровно, классно. Она толстая, друзья, и хват такой достаточно приятный, уверенный. Естественно, очень широкий диапазон регулировки по высоте ручки. Вот самое нижнее положение для очень сильно маленьких людей. И для высоких вот это самое максимум. 186 мой рост, поэтому вот смотрите, проецируйте. Будет человек еще выше меня, то ему тоже будет норм в самом высоком положении. Поэтому хорошо. Так, что касается, друзья, шасси. Давайте взглянем на него, что оно нам здесь предлагает. Это у нас ступенечка, чтобы ребеночек залазил. Колеса у нас резиновые, с хорошей амортизацией. Естественно, возможность блокировок присутствует. С этим все понятно. Кстати, очень много прикольных расцветок в этой модели. Есть варианты в эко-коже, цвет рамы другой. Поэтому по ссылке пройдите, посмотрите. Очень много прикольных и интересных предложений по расцветкам здесь есть. Поэтому, если ищете что-то такое поприкольнее, выбор есть, друзья. Также, что касается багажника. Вот так он у нас в закрытом виде. На магнитиках открываем. И он действительно очень большой, глубокий. В принципе, здоровенный. Сюда арбуз спокойно большой поместится. Поэтому с багажником все хорошо. Что касается тормоза. Тормоз у нас оба раза подошвой, мы не портим обувь, все хорошо. Что касается амортизации, кстати, сразу добавлю, одна из самых мягких колясок, как и Buzz Next, предыдущий, что я обзор снимал, тоже очень-очень мягкая коляска. Это почти такая же, друзья. Поэтому плавность хода и комфорт, проходимость для убитых дорог, загорода, брусчатки, парков, корни деревьев, все это проезжает спокойно, мягко и комфортно для ребенка. Так, и давайте сейчас попробуем ее сложить. Я ее не складывал вместе с прогулочным блоком. И сейчас, в принципе, давайте и попробуем это сделать. Что у нас из этого получится? Так. Сейчас мы пробуем с вами сложить ее по ходу движения. Ну вот что-то такое получается. Попробуем еще наклонить. Ну, в принципе, да. Так у нас и получится самым компактным вариантом. Потому что если мы перевернем, то у нас она будет чуть больше. Вполне себе годный вариант для такой вседорожной, всесезонной коляски. Так, подножечку убираем сюда. А то она у нас упирается в раму и не дает нам подняться. Теперь все хорошо. Собственно, да, можно по большому счету и против хода поставить, но вот так будет немножечко все-таки, как по мне, компактнее, друзья. Но не суть, это все равно не супер какой-то компактный вариант, поэтому и не ждите от нее там, чтобы подмышечку взяли, пошли. Это большая всесезонная коляска, мы их называем стационарные, около дома гулять. Поэтому не ждите от нее какой-то супер компактности. Здесь и без этого очень много плюсов в этой модели. Ценник, кстати, друзья, у нее, ну, смысла нет вам называть, сейчас он всегда меняется, все по ссылке внизу в описании, но это абсолютно конкурентная цена тем брендам, которые я назвал в начале. Поэтому присмотритесь к ней, очень достойный вариант. Собственно, вопросов, мне уже нечего добавить, вопросы, если у вас остались, задавайте в комментариях и переходите на те площадки, что я назвал. Рутюб, Ютуб, естественно, здесь, и Телеграм. Канал и ВКонтакте. И там, собственно, это все вы тоже можете посмотреть. Ну, а я хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Удачи на дорогах. Всем пока.